Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Вот я позавчера получил письмо, вот это, и хочу его распечатать вместе с вами. Помню, что там, но не досконально. Поэтому все будет в новинку для меня и для вас. Аккуратненько. Красивые марочки, видите, по образцу империи. Так, два вложения получилось, или это, наверное, для того, чтобы не мялось, это закинул рядышком. Так, сегодня у нас по коллекции долларов. Так, вот это банкноточки у меня не было. 2017 год с литерой А. И второй номер Бэшечка. Вот это у меня не было. Хотя вроде бы она простая банкнота, но... Следующая тоже Бэшечка. Это 13-й год Бэшечка. И серия замещения, видите, со звездочкой. Такой тоже у меня не было. Хотя много похожих. Смотришь, когда разбираешься, есть, нет, просматриваешь, вроде есть. Оп, смотришь, то год разный, то звездочка, то еще что-нибудь. И вот пятерочка. Это у меня одна старого образца зелененькая есть такая. Потом есть зеленая ешечка, это есть тоже новая с другой буквы, это L12 не было, сейчас приобрел, видите, коллекция долларов понемножечку растет. Также вот прибавил 5 евро. Такая у меня есть, но по литерам страны разные. Тоже коллекция вроде бы одинаковая, на самом деле это разные для коллекции. Видите, очень аккуратно хочется с ними. Так, ну ладно, там одна осталась, мы ее вытаскивать не будем, потом пинцетиком. Вот видите, Канада, 2 доллара, это уже третья. А почему факсимили разные подписи? 86-й год, с портретом Елизаветы II я собираю.
Тут все то же самое, но вот по подписям разное. Три вроде бы одинаковых, но они разные. И вот у меня такая есть, но я серия АА. Чуть-чуть она у меня не в идеале, не в прессе. И я взял вот эту, потому что это самый первый выпуск. Видите, земной шар, он вообще-то в дальнейшем был полностью зеленый. А это тут с оранжевым бочком таким, с подсветом. Вот поэтому я ее взял. Очень хорошего качества, идеально и хорошенько. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь. С вами был Олег с канала Деньги Мира. Олег и Ко. Пока-пока.